Для первой фотографии нам понадобятся наклейки. Берем наши старые наклейки и клеим их на лицо. Смотрим результат. Второй идейке нам понадобится помада и ничего больше. Как-нибудь красиво красим губы, можно нарисовать какие-нибудь сердечки на лице. Снова позируем и фоткаемся. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда, я тебя поцелую. Ты сногсшибательная, я не верю сам, что ты моя. Ты носишь лой-лой-лой-лой. Иди сюда. Третья идейка. Для этого нам понадобится диск и фонарик. Мы позируем как-нибудь красиво, потому что диски дают очень красивый эффект. Ну и смотрим результат. Последняя, четвертая идейка. Нам понадобится водичка, кисточка и краски. Мы будем рисовать на ключицах цветочки и оставлять на лице маленькие мазки. Ну, в общем, результат сейчас вы увидите. Мое видео подходит к концу. Я надеюсь, что вам оно понравилось. Обязательно поставите пальчик вверх. Подпишитесь на мой канал. Подпишитесь на все мои соцсети. Ссылочка в описании. Обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что я туда выкладываю уже готовые фотографии. Ну, а я вас всех очень сильно люблю. Целую. Обожаю. Обнимаю всех. Чмок-пупок. Пока!